Друзья, всем привет! Так, сегодня 11 июля. Я сейчас подъехала к нашей шоколадной фабрике. Вот она здесь. Жду на парковке. Сейчас у мужа будет ланч. И сегодня 11 июля, у него день рождения. Вот, я подготовила ему такой небольшой сюрпризик, вот, в котором есть коробочка с сюрпризиками, с конвертиками. И в одном из этих конвертиков... в каждом открыточке, что написано пожелание, в одном из них, последнем, лежит уведомление, письмо от СИС о том, что мы получили, запрос на паспорта. Так что Ваня еще ничего не знает, я приехала просто под предлогом его поздравить с днем рождения. И, может, сниму это на видео, если вам интересно, увидеть его реакцию. Вот, надо этот день обязательно запечатлеть, поэтому... Положительные эмоции, будем заряжаться потом. Я даже не знаю, если честно... Как-то жить станет скучно после всех этих документов, этой волокиты, столько все-таки почти год, даже больше, наверное. Я не знаю. Можете нас поздравить. У меня как-то странные эмоции такие, такое спокойствие. Хотя я понимаю, что этого так долго ждала, и, в принципе, все могло сложиться по-другому. Но не знаю, наверное, позитивно мыслю. Так что Данька уже уснула там. Вот, сейчас у него всего 20 минут ланч, а я, кстати, сейчас 4 часа, 3 часа, 3:30, а на 8 часов еду я на работу, так что у нас мало времени. За 20 минут я его сейчас украду, посажу в машину, мы поедем возле школы, здесь пикничок. Но все равно не пикничок, это громко сказано, чисто пледик, кофе. Он откроет свой сюрприз и назад заброшу его на работу. Хотела это делать завтра, так как мы будем завтра это все отмечать, день рождения. Вот, а теперь еще один повод. И в который раз я убеждена, что 11 число это наше фартовое, наверное. Все-таки 11 число у меня день рождения, у Вани. 11 числа мы расписались. 11 числа я получила джоб-офер, то есть была сессия в Нью-Брансвик. И сегодня 11 число мы получили запрос на паспорта. Так что как-то вот очень приятно. Вот, так что ждем. Сейчас он должен выйти. Я ему написала, что жду его внизу, чтобы он спускался. Вот, потому что завтра будет завтра уже все-таки эмоции не те. Хочу запомнить именно 11 июля, чтобы он узнал об этом, как и я сегодня. Так, итак, вау! С другой стороны! Это на английском. Happy birthday. Да, я писал сам. Day. Father. Good. Интересный. Так, наш дом будущее стрим. Нет, это наш дом. Сосницы? Нет, это... О, for me? Yeah, it's for you. Вау. Так, что у нас тут? Thank you. And tickets for Bali! Thank you, my wife! Bali! I never was in Bali! Какой Bali? Что это вообще такое? Bali — это остров, да, где Леночка? Странно звучало, правда, мама? Приятно. Такой... Ты потом позасовываешь, это много. Баунти, это райское наслаждение. О, тут много всего. Если что, там 4 баунти. После Бали Доминикана! Папа шутник, да. Как все. Папа хочет орать, потом... Хочет орать так, папа. Так, сколько бумажек, я понимаю, столько и конфеты. Нет, это чисто случайность вообще. Приятно, слушай. Так, ну столько баунти я не получал, так точно в своей жизни. Папа, это все баунти. Еще что-то.
Я сдал safety edit? Да, я вместо тебя, да, я не побрилась и сдала вместо тебя safety. Айди, Дима. Safety food сертификат. Так, 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 what is government Canada? Папа, давай я расскажу, что это уже. Подожди, это аргумент президента. Reference to your application to permit. Wow, your application is really. Мы можем жить сколько хотим. Finalization, please, carefully on us. Оттава. Так, подожди. Папа, это аргумент президента. Сколько вы хотите? Так, так, так. Это что значит до конца? Это значит, что нам надо запрос на паспорта. Это что значит? Это значит, что мы берем паспорта, делаем фотки, отправляем все это. Нет, вот отправляем бакалавр. Это же хорошо? Это уже типа. Это уже круто? Да, они уже даже исполняют танец победителя. То есть это мы уже. Вы помчили за меня день. Днем рождения, зайчик. Посмотри число. 11. Реально? 11 подарочек. Подходит такой? Если честно, я хотела другой подарок, но этот подарок со мной просился просто. Круто. То есть мы уже получили пельмени где? Я не знаю, что может случиться. То есть, не знаю, наверное, 99%. Может, еще пройдет. Это приятно слушать. Вау, и что у нас такое? Вау, это коктейль. Yes? Yes. Я не против выпить один с тобой. Yeah. Какой ты выбираешь? Майтай, я думаю, да? Да. А ты так приятно, слушай, это круто. Так, это, наверное, нельзя потерять. Это самый, наверное, лучший подарок, который можно было придумать. Без алкоголя. Да ничего можно, доставай. Давай попробуем. Слушай, ну приятно. Даня, такой, какой-то кокосовый. Как, что-то кокосовое. Да. Меня. Ой. Майтай. Радость типа редкая, ну ничего, ладно, зато красиво. Все. Химоза еще та. Ну, за новости, давай. Это безалкогольное, да? Безалкогольное. Пришли перекусить и отметить наш один этап почти пела. Заведение с красивым видом. Это Сен-Жан. Да? Были в такой штучке, $10 было. Зай, маршал все не продают. Тоже. Сай, я прошу. О, такой же. Ребят, можете нас поздравить. Сделали фото. Как всегда, Ваня красивый на фото, Даня, ну не я. Ладно, я надеюсь, что уже на гражданский, на паспорт канадский я буду выглядеть лучше, чем сегодня. Делали мы здесь, вот в Shoppers. Это Drug Mart, ну это аптека, обычно фото делают всегда здесь. Здесь очень удобно, здесь также есть отделение почты, кстати, в Сан-Джоне, напомню. И сразу отправили. За фотографии мы заплатили, по-моему, $58. Да, $58 за фотографии, по 2 фото за 3 человека, то есть получается 6 фото, 6 фото, 58 и $20 отправка. Это отправка по Канаде с трек-номером, чтобы можно отследить, $20. То есть мы заплатили $80. Все, удачи, держим пальцы, посмотрим, сколько будет идти. Когда получим. Получается, в конверт надо положить это письмо, которое мы получили с запросом паспортов. 3 фотографии. Ну, в смысле, 3 по 2 экземпляра мы положили. И паспорта. Все. Отправили паспорта. Мы их очень ждем обратно и уже, надеюсь, с визами. Все, всем пока. Сейчас поедем, кстати, в Макалистер. Здесь встретимся с девочкой одна. Мы заочно знакомы, нашлись. Вот, погуляем чуть-чуть и будем готовиться к Данькиному дню рождения, что-нибудь. Да, потому что мое день рождения было через 3 дня. Да. 3 дня! Так, ну что, до новых встреч! Поехали. Надеюсь, следующее видео уже будет показывать вам. И скажите ему пока.